Опять репортаж из карантина. Послеобеденный Хилтон. До обеда у нас, прикиньте, были какие-то тучи. Я уже подумала, что злобные недруги алматинцы все это наслали. Спасибо, что снег не прислали. Сейчас я вам покажу красивое небушко. Да, вот наш любимый дяденька из дайв-центра. Он всех учит дайвингу. Всех к нему. Все, я пошла дальше. Давай. Так, я вот иду. Там где-то есть морюшка. Вода плюс 28. И даже в апреле и в мае не было такой теплой воды. Короче, в Египте лето. Температура. А у меня на часах Алма-Ата плюс 13, нет Алматы. Алма-Ата мне не нравится. У нас сегодня ветер. Видите, даже желтый флаг, но ветер горячий. Вот сейчас 2 часа дня, прям жарит. От этих мерзких туч не осталось никакого следа. Сегодня прям классно. Сейчас покажу, где наш Хилтон. Так. Ну, короче, вот Хилтон. А вон там море. Наконец-то в Египет пришло лето. Вообще было ощущение, что завтра будет шторм. За все мои 16 Египтов один раз я видела шторм. Как раз было в октябре 2 года назад. Вот перед этим датским карантином. Поэтому шторм, поверьте, это прекрасно. Отрывает понтоны, ходят черные тучи. Минуты 2-3 даже у нас был дождь. В соседнем отеле стройка все еще ведется, но уже долбить перестали. Поэтому вот этого грохота его нет. Я пришла на пляжик. Сейчас еще раз вам море покажу.